Яр у нас в атаке. Девятый номер Сергеев может бросить и бросок. Обыгрывает он голкипера, справляется. 11 номер, 2 в 0 выход, еще 11 пустые ворота, 11 номер у нас забивает вторую шайбу, еще становится у нас 2 яр шайба, еще один заброс и добивание должно быть. И Сергеев у нас дубль оформляет у команды Яр, смотрим вбрасывание с центра, счет 3-0 в пользу команды. И замах шелчок от Смирнова. Какую красивую шайбу забивает у нас Смирнов. 75 номер. Терников наброс на правый фланг. И выстрел какой хороший. И шайба залетает. Пятая по счету. Смотрим на Руднева. Эту шайбу игрок Смирнов. Руднев. Руднев замах. Бросок низом. Еще следом шайба шестая залетает. Это у нас Руднев, автор заброшенной шайбы, 55 номер, смотрит сбрасывание. Защитняк, 28-й, вот ударная позиция, бросок, и штанга звенит. И что у нас? Еще одна шайба залетает в ворота спутника. Сергеев, 9 номер. Сергеев, выход 1-0. Проходит и бросок, и хет-трик оформляет у нас Сергеев, третья шайба. Третью шайбу он забрасывает в ворота спутника. Решетняк хорошо проходит, сохраняет шайбу и бросок. Нет, передачу дает Решетняк на Руднева. Бросок Руднев, 71 номер. Девятую по счету шайбу забивает команда Яр. Смотрим вбрасывание с центра. Руденко на пятак шайбу и забрасывает. Все-таки зубры добились своего. И поздравляем их с успехом. Да. Открывай все-таки они. Развитием данной атаки. И русичи. Пора бросать. Тихо на пятак. И вот момент. Сравнивают они, да. И делает это у нас шестой номер с команды русич. Вот так вот отвечают у нас русичи. И забрасывают и они. Получается, что у нас обе забили. Уже ничего опасного создать не смогли. Вот сейчас очень близки были. Бросок еще один. И влетает шайба в ворота. Взятие ворот зафиксировано. И большинство-то реализовано довольно-таки быстро. Очень быстро реализует данное большинство, с чем мы их опознаем. Взять, если захочет игру на себя. И вот сейчас он это, в принципе, это делает. Да, прорывается к воротам и забрасывает. Как бы там зубры не хотели, сопротивлялись, пытались зацепить его, не получилось. Он все-таки прошел к воротам и забросил. А я вам только сказал, да, еще, когда он побежал в атаку, то, что Гурин у нас может... Тевс Дмитрий не реализовал свой буллит. Итак... Зубры. Вот это бросок, конечно. И голкипер там ничем помочь не смог. 81-й у нас автор заброшенной шайбы. Автор Чиков. Наброс дали на ворота с кистей. Не попадает. Он тут же пробует вывести шайбу на пятак. И влетает. Она влетает. Поздравляем мы с реализацией. Ну, не с реализацией, с заброшенной шайбы. Заброшенная шайба, поздравляем, мы здесь. Тут важно будет, как соперник тебе будет позволять давать играть, да? И как ты будешь счет выигрывать. Как бы, ну, против тебя может быть хоть 4 звена, но... Фактом, какого уровня эти будут звенья, да? Здесь забрасывают у нас Котов, отвлеклись мы немножко. Котов забросил такую шайбу. Здесь уже зелень в атаке. Да, 15 минут встречи у нас позади. Третья шайба забрасывает. Но это тут уже Осипов, если не ошибаюсь. Да, автор заброшенной шайбы у нас. Наказывает сейчас зелень за вот такую вот ошибку в своей зоне. И четвертая шайба оказывается в воротах. Скорость великолепен. Заводит шайбу в зону он соперника. И бросает шайбу. Все-таки влетает в ворота. И это пятая для Зелена в данном противостоянии. Тысячников у нас автор пятый. Неплохо. Здесь еще и передача. Вот такая обрезается. У нас игроки Зелена. И забрасывает Тысячников еще одну шайбу в ворота. 6-0. Счет у нас становится. Дубарь оформляет Тысячников. Не произвели передачу. Вот здесь атака хорошая от Зелена. Все грамотно делает у нас Кукарцев с Котовым. И седьмая шайба оказывается в воротах. Да, недоволен Ячменев, конечно, игрой от своей команды. Ну, как-то так.
как бы. А? И я думаю, он более сейчас активен должен быть. Вот здесь восьмую шайбу вколачивает у нас буквально игрок Зелена. И Чменев тем самым поставил все-таки свою команду. Да, очередную шайбу Сокол пропускает у нас. Вот, как-то... Что там, гол... арбитру не достался. А вот сейчас забрасывает у нас Хаски. Да, вот так вот. И Кузора уже ничем помочь своей команде-то не смог. То ли там поставление было, то ли бросок такой резкий. В общем, тяжело разглядеть было, но открывает что-то у нас Хаски. 1-0 он становится. Оставшиеся там игроки. Не получается, пока Хаски ловит шайбу из своей зоны. И сравнивает на Сибирь. В равных составах. Добивается неуспеха. И сейчас у нас с вами последняя серия Булитов. Все-таки не достояли Хаски. В межсерии пропустили. Ну и увидим с вами серию Булитов. Забросил у нас. Игрок-то в Сибири забил. Итак, чем ответит у нас равный счет на серии Булитов 1-1. И здесь 14 номер. Посмотрим, чем он ответит. Забил. Забил 14 номер. Марси в атаке. Великолепно проходит ворота у нас Брюханов. Вячеслав и забрасывает. Он сравнивает счет тем самым в матче. 1-1 у нас он становится. И вот сейчас скидка на Бузу великолепная. Скидка на Чухломина, на пятак. И тот переигрывает голкипера и выводит свою команду вперед. Чухломин у нас автор заброшенной шайбы, а Бузо, конечно, великолепная передача. В зоне это отдельных Павел у нас, отдельных Павел. Передача на дальнюю, и проходит она и проваливается, конечно, в барсы. Киктев у нас ошибся, не удержал игрока. В виде партнеров там сзади отдельных. Значит, Смирнова, все великолепно. Смирнов на дальнюю и, ну, грамотно все ведь разыграно. Тут прям великолепно. Яра на этот раз не пропускает. Яр может убежать в атаку. Проходит к воротам игрок Яра, бросает и забрасывает четвертую шайбу в ворота барса. Великолепно, просто великолепно. Ну еще, конечно, есть время, быть может удастся, но в данный момент не удается. Итак, Яр бросает, добивание и пятая шайба. Ну как же вот так, да? Почти где защитники-то? Карпов касается шайбы, играет с ней уже в зоне спины, а здесь проход барсов. И взять ворот зафиксировано, да, все-таки шайба оказывается в воротах. 5-3 счет у нас становится.